Сегодня лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Раз тебе нужно позаботиться о природном равновесии. Один из Валентино убил копа и ушел безнаказан. Восстанови справедливость. Если узнаешь, кто прикрывает этого человека, я доплачу. Посмотри письмо.
Честный был, да? Еще какой. Когда он узнал, какие у меня друзья. Да, у моего старика тоже рука была тяжелая. Вечно спрашивал. ¿Está hackeando?
давай, вылезай. У меня есть для тебя... Ах ты, тварь! Сбоку давай! Сбоку! А мне! Solo me juzga la huesuda! Танцуй под мою музыку! Ну, покажи, что ты можешь! Так, угадай-ка, а это что? Что тут друг с другом не сочетается? Сдаюсь. Подсказка номер раз – Милитех. Подсказка номер два – Валентина. Это Ви, я разобрался с Хосе. Превосходно. Блестящая работа. Выяснил, кто вытащил его после убийства копа. Арасака. Арасака. Ты хочешь сказать, в убийстве простого легавого замешана мегакорпорация? Смерть Джеффри была случайностью. Хосе прикрывали по другому поводу. Рассказывай. Вместе со своими людьми он должен был организовать налет на офис Арасаки, взяв с собой оружие Милитеха. Арасака заказывает нападение на себя. Да, это что? Что тут друг с другом не сочетается. Охренеть. Сдаюсь. Тебе надо скорее подсказка убираться. Подсказка номер раз. Милитех. Подсказка номер два. Валентина. Лучше попытаюсь накопать информации, раз уж я все-таки здесь. Да не найдешь ты там ничего нового. Ты знаешь больше, чем говоришь. Выкладывай. Это только мои предположения, но... Ну, говори. С большой вероятностью Арасака хочет серьезного конфликта с Милитехом. Может, даже ну, полномасштабной войны. То ли они затеяли бал маскарад. Хосе должен был дать им повод? То ли это будет звучит вечеринка не очень совсем в другом стиле. Не один только Хосе. Так или иначе, я были и другие инциденты. По той же схеме. Все куда сложнее, Ви.
А Милитех? Ну, они ведь наверняка что-то подозревают. Наверняка. Но Милитех не хочет войны. Они будут тянуть время, чтобы подготовиться. Кое-где такие сведения стоят кучу, Эдди. Нет, Ви, тут я умываю руки. Это не мое поле и не моя игра. Увидимся. Да, до встречи.
Настоящего мяса с кровью.
Унитазы забиты, пиво херовое. Почему я вообще соглашаюсь с тобой сюда ходить, а? Потому что мне хороший друг. Всю ночь. Каждый это твердое тело. Для твердого тела. Кюмба, ты, блядь, просто дуря! Унитазы забиты, пиво херовое. Почему я вообще ты соглашаюсь куда с тобой заплутал, сюда ходить, а? Потому что ты хороший. Ай, не... На районе. Это два. Сходили бы еще куда-нибудь хоть раз, а? Поехали. Может, куда-то в Чартер-Хилл. Сразу, как только получу наследство от моей пропавшей тетушки-миллионера. Да ладно тебе, ну сколько может стоить пиво в Чартер-Хилле, а? О, ты не представляешь, Тёмба. Не мути воду, разжигай. Нет. А я ж тебя вроде знаю. Ты ведь... Друг Джеки, я тебя видел на похоронах. Ты знал Уэллса? Он был мой лучший друг. Джеки Уэллс? Гуэй. Был нам как брат. Первые поминки по нему мы справили, когда он ушел из Валентина. Ну а вторые... Пойдем,
Выпьем. За Джеки. Они не посмеют. Чё? Ну-ка, пошли. Ну, давай. За Джеки! Покойся с миром, брат. Еще по одной давай. Арива, авахо, аль центро, по дентро. Ладно, мне пора назад. Сиди, если хочешь. Главное, веди себя прилично, Мано. Начнешь вытворять херню, даже Джеки тебя не спасет. Есть покупатель, выродок из Кабуки. Его с нами никогда не связан. Но нужно твое благословение. Сейчас, Сережа. Вот так прямо в бар. Я нас повяжут раньше, чем записывать. Просто одному богатому еще не хватает адреналина. Аппаратуру уже прогнали. Надеюсь, зайдем. Мамашу немножко будет. Ну, конечно, железный план. Ты совсем мозги пропил, Мара. Пасифику пусть идет и там спросит. Просто Луриас! Попробуй! Так ему и скажи! Какие-то вещи никогда не меняются. Они думают, от их крестика в бюллетене что-то зависит.
В этом городе ты хоть куда свой крест можешь ставить, будет коррупция. Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно будет иначе. Что тут скажешь? Так им и надо. Идеальная работа. Все точно по плану. С тобой приятно работать, Ви. Заказ закрыт. Вико, братан, как делишки? Чего такой хмурый?
от их прибыли. Вот сколько. Нольс. Джентльмены, будьте любезны, не пер... Вы действительно считаете? Вроде видел. А? Че путо? Нашего завалили! Будьте осторожны! Устава Орта
и Марта Фрейкс. Этакие Ромео и Джульетта из Виста Дель Рей. Ты знаешь такие истории. У них обычно плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец жаждет отомстить за это Густаво. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. Путо! Да игнори это на меня. Потому что мы не благотворительная контора, Мано. Не паникуй и режь. Большое над пяткой. Может, это его научит платить долги вовремя? А если нет, то быстро он из города не сбежит. No!
А гуэво, караху! Наслежи его с винтом! Будем трах! Отдай на пару! Cuidado con el cromo. Кто-то здесь шастает.
Те, кто вершит справедливость, исполняют волю Господа нашего. Ты поступил правильно, Ви. На такое бывает сложно решиться. Поэтому я аплодирую твоей храбрости. Заказ закрыт. Один человек хочет освободить ближнего своего от груза земных ценностей. Конкретнее, нужно украсть гитару Кэрри Евродина. Работа простая, плата высокая. Я отправил подробности. Буду ждать. Что там наверху за бардак? Мимо не пройдешь, по ушам долбит. Тусовка? Если бы. Это Слейтон опять. Вечно врубит на полную катушку. Одну и ту же дерьмовую группу. Музло орет, даже когда его дома нет. А хуже всего, когда он вылезает из норы и начинает вещать. Сильверхенд то, Евродин сё. И хер ты его заткнешь. Часами пиздеть может. Помнишь, когда какой альбом был, какие концерты были?